Всем привет, с вами Психсан. И я наконец-то, блин, записываю. Я не могу, я мало того, что... давно не записывала, мало того, что давно не записывала, потому что вернулась с отдыха. Так еще, блин, я включаю Streamlabs, он такой, все ваши сохранения, ну, настройки сброшены. Ладно, я отстроила более-менее картинку, типа фон, вот эту вот всю красивую аватарку. Ник. Ну, самое интересное, он тут сбросил настройки микрофона, а я сама по себе... Ну, в этом я не фотала предыдущие настройки и зря. В общем, типа под рукой никого нет, кто бы помог поднастроить. Я включила OBS, потом в OBS заново всю эту картинку настраивала. Там уже и камера погорела, ну, шалила, в общем. Я включаю игру, чтобы проверить звук... Ребят, то, что звук сейчас как-то ни туда, ни сюда, тут типа сохраненные настройки микрофона, которые мы используем с Dreamer'ом во время стримов, я не стала ничего подкручивать, перекручивать, вроде как меня слышно, игру слышно. Давайте один видос я так сниму, а на следующий я уже поднастрою. Потому что я настроилась, я накрасилась, я нарядилась, и я настроилась снимать, тем более мне... Нужно успеть это сделать. Я вчера не успела это сделать. Сегодня мне нужно успеть до того, до выхода из дома. Короче, такие сложности вообще не могу. Так и самое интересное, у меня полетел левый динамик в наушнике, и я слышу только правый. И периодически какие-то в левом. Вытаскивать тут как-то не хочется, потому что будет по ощущениям перетягивание. Anyway. Давайте продолжим проходить Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. Я сейчас буду заговариваться, буду путаться в управлении, собственно, ничего нового. Так, сейчас, чуть-чуть. Вот это я не настроила, чтобы мне руки было куда положить. Так, переводчик, все. Все есть. Пишите, кстати, как прошло ваше лето, как началась ваша осень, ходите ли вы куда-то учиться или еще что. Я не хожу и очень этому рада. У меня скоро заканчивается отпуск. Я кайфую от того, что последние дни достаточно тепло. Так, куда нам, что нам? Мы собираем вагончик с цветами для Айрис. И мы, по-моему, не нашли колеса в прошлый раз. Подождите. Сюда. Я надеюсь, что у вас звук стерео, а не как у меня такой в правом ухе. А мы что, будем пиздить колеса с экспонатов? Нет? Точно. Давайте вот эти. Они красивые. Да, господи, управление дурацкое, другое. Мне так не нравится, что в разной игре разные управления там бесят, а перенастраивать как-то. Hey you! What's a scientist doing loafing around here? You're just a doll made by the science department. Do not speak to me. A doll? You're saying soldier is a bunch of dolls? I can't let that slide, buddy. I have nothing to say to a soldier battle drone. Come on now! We protect Midgar and fight the good fight all around the world! Сейчас, вот, я себе чуть-чуть подвытащила наушники, потому что они там что-то вообще захлёбываются. Unlike some scientist reading his research notes at his desk all day, I make real contributions! One question. Huh? Why are you here, exactly? What's up? Have you heard about those reports of the recent spike in monster sightings around Midgar and Calm? Yeah, I've heard. Apparently, those monsters were once held by the Shinra Science Department as study samples. Seriously? So you're saying these monsters busted out of Shinra's cages? You think they could? On their own? The Shinra building security system isn't that like...
But then... The company has decided to cover this up with a massive soldier deployment to eliminate the monsters. I'm sure you'll get the call soon, too. But for now, keep this quiet. Right. Got it. Shinra monsters, huh? What's happening to this place? Кстати, что забыл это сказать? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте покупать мои красивые украшения в моем магазинчике. А теперь можно продолжить. Собственно, что нам, куда, что-то я это... То есть мы просто так пришли поговорить с челом. Вузи, ладно. Почему он опять... А, это все-таки на второй этаж. Ладно, сейчас пройдем. Так, эта женщина нас будет давать попить всякую фигню. Нам это не надо. Да, вот, с ним. Что ты хочешь? The inspection team has arrived in Midgar without incident, sir. My comrades on the escort detail also arrived safely. I'm grateful for soldiers' support, sir. In my heart, there is only respect and admiration. Что-то я нифига не понимаю. Больше про то, что мы хотели построить вагончик. Мы начали что-то искать. Что такое пафосная музыка? Что все нагнетают? Куда идти? По карте ничего не понятно, тут тоже никаких... А, нет, колеса же мы нашли, мы... Чело... Забрали колеса с машины. Сюда что? Что-то я вообще ничего не понимаю. В этой жизни? Ладно, в этой игре. Что-то классно, подождите. Новые миссии. Ну, давайте сохранимся все равно. Что по миссиям? Что открылось-то? А, двухзвездочная. Ну, давайте. Давайте пройдем миссию, я хоть это в игру принесу. Просто не будет серия, где Психсан вспоминает, как играется в игру. Ну а чё нет? Так, два сундука надо найти. Ладно. Так, что мы должны... Давай. Он встает в эту стойку и из нее не всегда выходит. Это выходит, надо не выходит. Если пережимать заново кнопки, то стойка сбрасывается. Ладно. Так, где второй? Ну, видимо, рядом с боссом. Аккуратно. Activating combat mode. Here we go. Gonna love this. Bye now. How about this? Давай. Что-то сегодня это вообще какой-то странный день. Зато я сняла распаковку. Но пока я сняла распаковку, я повредила защитную пленку на часах, начала клеить новую, новая не приклеивается. Потом вот это началась фигня со стримлапсом. ОБС тоже иногда шалит в некоторых настройках. Меня это так бесит, почему просто техники нельзя быть адекватной. Типа, ты ее достроила один раз, почему она решает сбрасывать настройки вообще с какого перепуга-то? Из-за этого я очень ненавижу винду. И на Маке такого по минимуму. Но... Этот стримлапс меня очень сильно сегодня подвел.
Прям злит. До сих пор злит. Не могу. Activating combat mode. By now, gonna love this. Here we go. Taking you down a peg. Heads up. Oh no, you don't. This'll do. Я просто еще залипаю на двух прокачивать или нет вообще, в принципе. Включай. Я прожала комбо на... Прожала на комбо. Бой закончился. О, еще миссия продолжения. Ну давайте посмотрим, что там. Так, сохраниться. Ой, шестизвездочные, я сейчас вообще не в настроении проходить. И тут 6 звезд. Опять отдых Сака все еще нарушается. А, тут есть вот эти непройденные, там, по-моему, 7 и выше, 6. 6 звезд, ладно. Anyway, я хочу сюжет. Надо в конце концов собрать этот вагончик, уже задолбало, сколько мы третью серию не можем, третий видос, дособирать вагончик. Или подожди, или нам надо вернуться просто к Айрис. И там уже по факту собирать. А тут типа все это побочки. Ой. Чел, я не хочу с тобой разговаривать. Ты мне все время какую-то хрень делаешь. А там, наверное, до меня будут доебываться, типа, о, давай проверим твои скиллы, да? Today we are going to test your physical. It's important that we make accurate evaluations of your abilities. So make sure you're ready. Ready for your physical fitness test? Ну давайте. Раз уж пришла. А, опять приседает. Так, слушайте, на какую кнопку-то? В смысле? А, не на ту кнопку. О, всё. Финиш 61. Yes, a good match. You're a worthy opponent. Фига, у тебя голос хороший, низкий. Нормально, я так сама себя побила. О, не, все, отстань от меня. Так, тут же это надо прям пешочком дойти, не телепортируешься. Я не понимаю, музыка такая пафосная, потому что что-то происходит, или просто потому что мы в здании Шинры? Я сначала думала, сюжетка какая-то, типа мы попали в какое-то происшествие, но похоже... Реально просто из-за того, что мы в здании. Чё мне надо было? Давайте вернемся к Айрис.
Посмотрим, что там происходит. Я не помню, зачем мы в здание-то пошли. Но сейчас он мне не показывает эти здания. Следуй инструкциям для вагончика. Каким инструкциям? Блин, так, да, платформа 1, пошли туда. Я просто бесит, у нас нет указателя ни на то, чтобы вернуться, ни на что. Может, нам не конкретно к Арис, а к пацану? Типа, чё? Чё вы хотите от меня? Тебе чё надо? Here's the intel on spy number 3. This spy managed to infiltrate the soldier floor and take classified Shinra information. Judging from this brazen action, it's possible he's posing as an employee or associate. И чё? Почему ты до сих пор оранжевый? Here's the intel on spy number 3. This spy judging... Можно я пойду такого? Hey, step right, we've... А, это угадывать? Не-н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 е
которые мне сейчас не интересны. Мы их видели в прошлых сериях, скорее всего, даже в прошлой серии. So could his carrying case be this helmet? Huh? There's something inside. Those are the instructions I dropped. А, пацан потерял инструкцию. Почему я пошла в здание Шиммера для этого? So this is where I dropped it. Это ж пацан из него пошел. Goodness, you found it. Типа он там ходил на экскурсию и подумал, что он там что-то уронил. Why would you put something so valuable in a thing like this? Because no one would ever think there's treasure stuffed inside a Shinra helmet. That's something we call street smarts in the slums. Now, it looks like we've got everything we need. Aerith might start getting impatient, mister. All right, I'm out of here. Huh? You're not coming with me? I know when to give people privacy. Какой хороший мальчик, хотя бы в этом. Hey, let's collect materials again soon. If we look throughout Midgar, we might find all kinds of different stuff. See ya! All right, I should go. I've been keeping Aerith waiting too long. Ну, ей есть чем заняться. Тем более за ней приглядывает что-то типа Angel. Do you hear me? Stay right where you are. Какая красота. Так, аккуратно. Welcome back, Zack. Looks like you got the materials. Okay, let's start making the wagon. Wow, it looks really good. The materials are matching perfectly. Not quite what I expected. Really? I think it's fine. It's all about the flowers anyway. I want a nicer one. Stop being so picky. A tiny little wish. That's all. They're tiny, but you have lots, right? That's right. Wanna hear? How many you got? 23?
write them down, so I don't forget. Hmm. There are new developments. What? Headquarters, now. Work stuff? Sadly. Here. Mm-hmm. Legions of monsters have spawned near a regional Mako reactor. The workers have all gone missing. Local soldier operatives have also vanished. The company is dispatching additional operatives to investigate the matter. You and I, that is. Roger that. What's wrong? Well, you know. I thought you found something out about that other matter. The missing operatives were the ones tracking Lazard. Huh? Also, they have reported a strange pod-like device in the area. Is that Hollanders? Probably the same device that was stolen in Odeoheim. Meaning? Lazard, Hollander, and Genesis? We'll have to go see them. Hmm. Let's go. First, go to the soldier floor. We'll depart as soon as you and the rest of the men are ready to go. Understood. Our orders are to investigate the reactor. Hmm? They mention nothing of old friends. Depending on what happens, I may abandon Shinra. Until then, I'll remain loyal to Soldier. Yeah, no one's coming. Hey, Zed! I heard you're going on a new assignment with Sephiroth. I'm being sent to Fort Condor to inspect the reactor. I guess it's goodbye. Yeah. Goodbye, huh? Huh? Does saying goodbye to me make you that sad? Что-то я забыла это. Немножко сейчас. Угу. Затупила, короче, завтыкала. Типа, мне грустно, потому что мне нужно быть, ну, из-за того, что мне придется быть подальше от Эйрис. Я люблю тебя, чувак! А, блин! Не, давайте поржем. Well, isn't that sweet? Aww. But come on now. It's that girl in the slums you're thinking of. Hey, you still have time, right? Go see her before you leave. Don't worry about it. I'll explain everything to Sephiroth for you. Кстати, я хотела сказать, но нас сразу переключили на второй видос. Трек, который вы слышали в первом видосе, заставка, где Айрис там мила Перси, он же называется, ну, тема Айрис. И я, по-моему, рассказывала, что в какой-то, когда мы только Айрис встретили, что мы с тренером школьные годы играли это там что-то типа на 8 марта или на какой-то такой праздник эту тему. Вот, собственно, это та самая тема, я играла на клавишах, он играл. Это было очень красиво, бело, я это все разучивала. Так, и что, мне опять пешком чапай до Айрис? Спасибо, Каймиш. Что-то Йоти возможность с ней попрощаться, да я только что там была. Был. Сразу бы сказали, что типа ты с ней попрощайся, если чё. Потому что, походу, там надолго. Так, Шинрани, давайте посчитаем.
сразу, пока увидела, потому что потом я это могу позабыть. Анализ одновременных атак. Мы определили, что одновременно атаки на 5 локациях, включая Хунон и Коста-дель-Соль, были преступными действиями антишинры организации. Их целью было освободить группу своих активистов, находившихся в плену у Шинра, и продемонстрировать силу. Но благодаря быстрому реагированию оперативников-солдат, ситуация была быстро взята под контроль. А даже в Хуноне, который стал целью самых мощных атак, ущерб был сведен к минимуму. Оперативно работаем. Хорошо там Зак был. Бюджетный отчет. После тщательной разработки департаментом разработки вооружений прототипы следующего поколения оружия полностью готовы и проходят испытания в трущобах. Как только массовое производство станет возможным, это позволит нам снизить затраты на человеческие ресурсы за счет резкого сокращения численности персонала. С большими ожиданиями относительно этого нового оружия мы объявляем о следующих изменениях в бюджете. Департамент безопасности. 7 миллиардов ГИЛ, первоначально было 10 миллиардов. Департамент разработки вооружений 11 миллиардов, а первоначально было 8. То есть минус безопасность, плюс вооружение. Просто чел стоит что-то. Я подумала, что там кто-то другой стоит. Вот это вот темка. О, Зак! You're done with work already? No, I was given a big task. And I have to leave Midgar for a bit. How long is a bit? Don't know. I see. Can I call you? Of course! And don't worry. I'll be done and back in no time. Hey, can we start now? What? Filling the slums with lots of flowers. Yeah, it's looking really cute. You think people will buy? Nobody's coming. Now, they're coming. We just need to have a little more patience. I think maybe the wagon isn't all that cute. Oh, a customer! Hey, you there! Need flowers? Just for you? 10 gil a pop. These are real flowers, mind you. Don't miss out. Aerith, this customer's offering 5 gil. Sure, any price is fine. No, we need to be aggressive. I'll counter with 7 gil, no less. But the customer just left. I'm sorry, Aerith. Sorry? But why? I'm having a great time. Oh, look, Zach! Another customer!
Don't worry about Aerith. Protecting the subject is part of the surveillance. You're the only one I can depend on. Hey, why are you laughing? I'm counting on you. Замилота была. Oh, welcome back. You're in luck. Sephiroth hasn't arrived yet. So, will you wait for him here? Блин, он говорит, конечно, не сможете вернуться к этой точке, типа, закончите миссию, но... Thanks for everything. I'll be back in Midgar before you know it. I'll see you around. Yeah, see ya. Ну, в основном все подходили, все читали, ну, по большей части. What's up? I'm having a little trouble. Rounding up the group. We're in a hurry. Let's move it. Sir. What? Cloud? Together again, huh? All right. Thanks. Hold on. I'll get everyone. By the way, where are we going? To Nibelheim. Да, давайте сохранимся обязательно. Главные герои не носят шлемы, у них все идеально с прической. So, how does it feel to be home after all this time? I have no hometown. I wouldn't know. What about family? My mother's name is Genova. She died shortly after I was born. My father... Why am I talking about this? Come on, let's go. Sephiroth's mother's name is Genova? А, господи, я думала, столько поприходило писем, а это просто старые инструкции. А, ну про Феникс, окей. Мы можем найти в рулетке. Супер. А так еще что-то пошло же. А. Вот это. Ну и опять, какие новые материи мы можем зафигачить. Красивая темка мускана. Are you one of the soldier people? Yeah, Zack, of soldier. First class, mind you. What? Are there a lot of you? First classes? We're a select few. Only two of you this time? Yeah, me and Sephiroth. Well. Mm-hmm.
понятно. That was odd. Ничего нельзя залутать. We depart for the reactor at dawn. Retire early today. We only need one on watch. Get some rest, men. Ah, that's right. Go visit friends and family, if you wish. Nibelheim. Huh. О! Ну-ка, давай. I heard that the hero Sephiroth was coming, so I've been waiting here all day with my camera. I want to take a picture of Sephiroth fighting a monster. Да, сфоткай меня. I have no interest in taking pictures of minor figures. Ты видишь, я без шлема, я тут вообще-то самый крутой. Ну, после Сефирота, ладно. Я же Клауда обратно надел. Why is your helmet still on? It's personal. What a weirdo. Ah, здравствуйте. Клауд. Я только... I want to tell you. Я хочу тебе сказать, что я только что с тобой говорил, но мне нужно тебе написать. Sorry. Я хотела тебе сказать, мы были на нескольких миссиях вместе, и есть кое-что, что я собирался тебе рассказать. Я думала рассказать тебе, когда мы будем в моем родном городе, но это немного смущает, поэтому я собираюсь написать это и отправить тебе. День, когда ты сменил прическу, когда ты пожелал нам, новичкам, удачи перед вылазкой, я никогда не забуду твои слова. Воспоминания о том, что ты сказал в тот день, дают мне мужество оставаться сильным. Так что спасибо за... Милота. Сегодня видос про Милоту. Что, сохранимся, раз мы здесь? Новых миссий не открыто, я не знаю. Наверное, нет смысла залезать в другие. Там всего 37%. В материю фьюжн, если честно, тоже не хочется лезть. И так все там уже перепрокачано в некоторых местах. Может, в этой серии мы вообще туда не заглянем, а заглянем в следующий раз. Вот это шок-контент. What are you looking at? This landscape. I could swear I've seen it before. Tifa, you're our guide? At your service. Okay, here we go. When they talk about the best guide in town, they're talking about me. It's too dangerous. There's no way I can let you get involved in this. She'll be just fine if you protect her. Stay back. It's just unconscious. Or do you actually want to get eaten? Use brings wear, tear, and rust. That's why I use the blunt side. Я что, плохо изучила территорию? Я могла там узнать, что из-за Лутифа? I want to go too, please. This is a top secret facility. Non-Shinra personnel are not permitted. But... Keep the young lady safe.
Nova. Interesting. The door is sealed, of course. Genova. Прогрузился, блин. This is the cause of the malfunction. This section is broken. Zach, go seal the valve. Why did it break? What is that? You average soldier members are Mako-infused humans. You're enhanced, but you're still human. But then, what are those things? Their Mako energy levels are exponentially higher than yours. Are they monsters? Нет, Гуля. Очень похож. Yes. The Shinra scientist Hojo was the one who created them. Abomination spawned by Mako energy. That's what monsters are. You said average member. What about you? Could it be that I was created the same way? Am I the same as these monsters? Я пошёл. Разбирайся с этой хренотой сам. Все. Ребят, уходим. Там Сефирот понял, что он монстр, и походу сейчас рванет. Помогите. Oh, are you done investigating? No, not yet. Well, then, да. You should head back there. Нет. Да там пиздец сейчас будет. What's the reactor like inside? Pretty dull. I don't think I buy that. Все, ребят, сматываемся. Нечего тут делать. Activating combat mode. Это все фигня. This'll do. That's enough. Taking you down. This is gonna sting. Conflict resolved. Чуть-чуть прокачали мечик. На несколько сотен процентов. С чем так далеко-то возвращаться нужно? Чё тут? Ну, кроме того, что можно подраться. Прям можно вернуться и вернуться. Зачем? Куда я могу выйти? Сюда что? Ну, нет. А, господи, сохранял, понятно. Так, ну что, пойдем со Сефиротом что-то там возиться. Ну, собственно, ладно, ну кто, если не мы? А вот будет ему плохо, кто его будет лечить? Так, где ступеньки? Ладно, давай, что у тебя там плохо, да? Давай, что у тебя тут случилось? Рассказывай. I knew ever since I was a child. I was not like the others. I knew mine.
was a special existence. But this was not what I meant. Am I a human being? No such luck. You are a monster. Sephiroth, you were the greatest monster created by the Genova Project. Genesis! So you are alive. I suppose I am, if you can call this living. What is the Genova Project? The Genova Project was the term used for all experiments relating to the use of Genova cells. My mother's cells? Poor little Sephiroth. You've never actually met your mother. You've only been told her name, no? I don't know what images you've conjured up in your head, but... Genesis! No! Genova was excavated from a 2,000-year-old rock layer. She's a monster. Sephiroth, I need your help. My body is continuing to degrade. Soldier First Class, Sephiroth. Genova Project G gave birth to Angeal and monsters like myself. Genova Project S. S? Used the remains of countless failed experiments to create a perfect monster. What do you want of me? Your traits cannot be copied onto others. Your genes can't be diffused. Therefore, your body cannot degrade. Share your cells with me. My friend, your desire is the bringer of life, the gift of the goddess. Whether your words are lies created to deceive me, or the truth that I have sought all my life, it makes no difference. You will rot. I see. Perfect monster indeed. When the War of the Beasts brings about the world's end, the goddess descends from the sky. Wings of light and dark spread afar. She guides us to bliss, her gift everlasting. No! Stop! Тут не ошибка, ты не понял, что тебя там не родили,
интерпретировали так. Все, что мне нравится. Не, ну ладно, я просто... А три у нас туда, что это не важно, но... Я больше про Энджела, про Генезиса. He tried to protect me. I know. Тифа, stay close to me. Так, ну давайте мы... Блин, сейчас... Пересохранимся. Мне уже, в принципе, надо заканчивать. Я не знаю, сколько мы их будем вести. Давайте попробуем. А что, я надеюсь, вы не слышите, как соседи начинают встречаться. Ремонт, в принципе, Where is Angeal? He's gone missing. I'll explain later. Things will escalate. Be prepared. Conflict resolved. Oh yeah! А вообще, где доказательство, что Сифрот типа такой же? Так. И вы могли сказать в детстве любое имя женщины, что это твоя мать. И она умерла. Давай, чапай быстрее. Давай я его понесу. Activating combat mode. Вот. Типа не отвлекнуть снова. Даже если так. Ну, Но все равно перепроверить, что тут раз надо. То, что он там типа начал что-то вспоминать. Кстати, далеко не факт. Это могут быть как эти... внушенные воспоминания. Это могут быть и разблокированные воспоминания, и ненастоящие. Типа вам, когда про детство что-то рассказывают, вы можете это как-то вспомнить, как и придумать, как это выглядит. Вот, да, я это вижу. Конечно, рассказ Генезиса звучит очень правдоподобно. Мол, были разные проекты, какие-то результаты удачные, какие-то неудачные. Соответственно, my body degraded. Даже если... Что за прикол? Хотя... тело разлагается. Надеюсь, YouTube не забанит, ну, ладно, хрест. Все равно просмотры маленькие. Тело разлагается, и мы его столько раз побеждали в битвах. Так почему? Он до сих пор живой. Типа, он может деградать только естественным путем до конца, или все-таки он его может победить. Как он? То, что он в нужный момент подходил нас последнего удара. Помните, когда он провалился назад? Как раз, может, у него там оставались последние силёнки, и... Опять же! Как он может себя регенерировать? Я имею в виду все здесь, без проходя на одного монстра. But now I have to go home. So maybe I'll tell you the rumor about the Wonder Bomb. If you can stop all of them from exploding, they say you get something very nice. I came all this way to find the Wonder Bomb, but still, I got some valuable info. What you do is hit the ones that are about to explode. Вопрос. Почему никого не ликвидировали? My dad's always telling me that I can't come here without a grown-up. Не в плане ликвидировали, убрали, а в плане... Как это? Эвакуировали, убрали, а в плане того, что тут может начаться бои, а здесь гражданские. Их нужно перенести в безопасное место. Типа как... Хотя, блин, тогда, когда мы приезжали в деревню... Энджела,
Как минимум, там его мать была. Ее либо одну оставили, а всех остальных эвакуировали, либо чего. But we're talking about one of the seven wonders. I had to come here. Типа она как приманка была для него. The wonder bomb will keep growing bigger, but when you hit it, it gets a bit smaller. О, мы туда можем пойти за ящичком. Эти пусть там идут. Activating combat mode. Oh no, you don't. Ты такая низенькая. Conflict resolved. Oh, yeah. Это было забавно, когда она с Сефиротом за ком стоял, ты. Нифига, там еще дорога. Activating combat mode. Я ж по стеночке шла. Here we go. This'll do. Как медленно прокачку. This is gonna sting. Камень ХПшный. Activating combat mode. Here we go. This is gonna sting. Taking you down, I'm gonna love this. Ой, чуть не. Have a fit. That's enough. This'll do. This is gonna sting. Brace yourself. Я охреневаю с процентов прокачки меча. Там еле-еле наскребается 4. Ой. Как его прокачать хотя бы в половину? О, молодцы, отдохнули, пошли дальше. Activating combat mode. Bring it on. Here we go. Taking you down if oh no you don't. By now. This is gonna sting. Taking you down a peg. This'll do. Taking you down a peg. Gonna love this. Conflict resolved. Oh yeah. Так, давайте. Activating combat mode. Heads up. That's enough. This'll do. Gonna love this. Taking you down a peg. Oh no you don't. Heads up. That's enough. Я, короче, поняла, надо X прожимать не просто один, а прям удерживать. Там периодически это срабатывает на то, на прокачку. А, еще не дошли? Ребят, надо закругляться. Что так медленно идет? Да, давай я его понесу, а? Activating combat mode. Out of the way. This'll do. Gonna love this. Here we go. That's enough. This'll do. That's me for sure. Here we go. Oh no, you don't. Conflict resolved. Oh yeah. Куда они ушли? Так, а с чем я не поговорила? Не поняла. А.
А, это они туда пошли, это я не поняла, куда что происходит. Так, ну, налево идти, видимо, смысла особого нет, но мы пойдем. Почему там может быть сундук? Да. Надо закруглять, надо сундук полутать. There's a fork in the mountain trail, and one path leads to a dead end where a strange bomb appears. А что, все только один сундук? Можно никакие, вот так все, конец. Супер. Аккуратненько. Тифа, надеюсь, там отдохнула чуток и может продолжить идти. Могла бы положить Клауду вниз. О, все, супер. Сохраняемся и тогда закончим эту миссию по одному. А то уже и свет, солнце слишком сильно вышло. У меня уже подслепливает, я ничего не вижу. Ну что, я очень надеюсь, что видос-то вышел нормальным, что меня слышно и игру слышно, просто если нет, то, блин, надо было, наверное, сохраняться вторым сохранением, чтобы после чего можно было переиграть. А, в общем, я вернулась, буду радовать вас новым контентом. Большое спасибо всем за просмотр, за лайки, за ваши комментарии, за поддержку. Не забывайте подписываться, те, кто смотрит первый раз или без подписки, но несколько. Так вы не пропустите новые видео, потому что они периодически смещаются, выходят там то по вторникам и четвергам, то вторник и пятница, иногда в воскресенье можно что-то посмотреть. Anyway. Не забывайте про мою крушеницу. Все это можно заказать у меня. Я своими лапками это сделаю. И всем хорошего вечера. Всем пока.